Воспитанница спортивной школы «Триумф» Карина Коробова стала лучшей на первенстве Европы по боксу среди юниорок. В весовой категории до 50 килограммов она завоевала золотую медаль и выполнила норматив мастера спорта международного класса по боксу. Please welcome boxer from Russia, Карина Коробова. Первенство Европы проходило в Ереване. Карина выступала в весовой категории до 50 килограммов. Она провела 3 боя и в каждом одержала победу. В первом бою наша спортсменка единогласным решением судей победила Маргариту Банишевич из Белоруссии. Затем столь же уверенно взяла верх над Саней Митич из Сербии. А в финале со счетом 5-0 выиграла у Лауры Хорват из Венгрии. And final gold medalist and the champion of EUBC Youth, men's and women's European Boxing Championships 50 kilograms. Карина Коробова, Russia. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Russian Federation. Вернувшуюся с соревнования чемпионку славянцы встречали на вокзале овациями. Коллеги, друзья, представители администрации и управления по спорту поздравили чемпионку с такой высокой победой, пожелали ей дальнейших успехов. Боксом Карина Коробова занимается около 6 лет, 3 из которых под руководством тренера Александра Водопьянова. Благодаря именно Славянской школе бокса девушке удалось достичь больших высот в этом виде спорта. Карина – неоднократный победитель первенств России, Южного федерального округа и Европы. Только за последние 2 месяца она приняла участие в 3 серьезных соревнованиях, провела 9 боев и смогла одержать победу. У Карины был как бы тяжелый сезон. У нас было 3 старта. Первый старт мы поехали в Черногорию, и мы выступили там успешно. Взяли первое место. Это Кубок мира был. Вот. После Кубка мира мы приехали, и сразу у нас первенство России. Это уже мы отбирались на Европу. Успешно мы выступили, провели там 3 боя, выиграли все. И поехали мы в Ереван. В Ереване мы провели 3 боя. Настрой у нас был шикарный. Шли к победе, и это свершилось. Я рад за нее, что у нее это получилось. Она умничка. Поздравляем Карину и ее тренера с такой значимой победой. Наши спортсмены в очередной раз доказали, что Славянский район – это территория спорта. И здесь растят настоящих чемпионов.